А знаешь, что самое прикольное в этом флешмобе? Тем, что он помогает поддержать бизнесменов и работников логистики в уверенности, что этот кризис в принципе преодолим. Ну правильно, в самом деле все говорят, да вообще нет перевозок, вообще нет перевозок. А им возражают, ну как же нет, вот и снег сейчас запрос пришел, вот и про фрукты запрос пришел, вот и про шампанское «Кристалл» запрос пришел. Народ что-то возит, и мы повезем, надо чуть-чуть просто подождать. И такой же флешмоб на самом деле у нас и в политике. Как только народ начинает осознавать, что ситуация, в общем-то, в жопе, ему тут же подкидывают какую-нибудь Грету Трунберг, которая тут же создает такой шквал вот этих фейковых запросов, что народ говорит, да нет, есть же хорошие люди, борются за нас, поэтому не все потеряно, все будет только лучше.